Что, никого не выкинул? Пока нет. Три раза в перекладе. А, дождь. Прекрасный сезон. Они настроились на переход. Я им написал, пускай выходят. Уверенный поступью. Все, выходят. Выходят? Ну да. Пропал. Хай сами выходят. Но мы никуда не выходим. Мы играем. Выйдут, значит. Фигня. Да не играем. Видим мы борьбу. Ну не хотят выходить, пусть не выходят. Не, не играет, может кого-то выкинуть. И у него есть первый нож, по команде не понимает. Давайте уже, ладно. Ну да. Ну, нихуя они не выходят. Играем в полную силу. Так они уже и... В смысле? Хорошее видение и понимание игры демонстрирует. Футболист мяч перехвачен. Кручка! Долго он давал, я сразу нажал. Центр. И из дриблинга в удар сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Долго он давал. Ты тут долго, тоже как-то слабо так вижу. Да. Думаю, надо бить и забивать. Ну, хорош. Так, хорошо. Это понятно, от греха, но ведь команда спасена. Ну что, хара, там, блядь, пошло, кончено. Удар по воротам. А ворота-то были совсем рядом. Какой же защитник молодец. Очень важный и нужный для защиты перехват. Блядь, ручной прием. Че направо, не налево? То центр открытый был. Он не пошел на центр. Встречать его уже поздновато, потому что я заметил. И дальний. А. Хорош. А если зарано ванее нажал, он зарано нажал принять мяч или пас отдать касание. Вы стараетесь одной передачи все пуля разрезать. Давайте в пас, не торопитесь. И классическим подкатом отбирает защитник. Я же не бежал. Тут можно сказать, что он на коробке. А куда? Ваня развернулся ото всех. Ты канул. Много вариантов при ауте. На льдок. Бля. И пожалуй, что можно пить, это органично. А ё-моё, я в разрез у тебя два. Да, что им даешь. Пас ему дать надо. Блин, сори. После удара дальнего мяч вратарь поймал и готов сразу начать развитие атаки своей команды. Ну а что затягивать? Говорят, что самый лучший Дрис, сука. Но в этом эпизоде уже точно судья попал под прицел телекамеры. Ну вот ты сейчас... Долго он как-то, я да уже... Да не, недолго, ты просто мне бы отдал? Снизу, блядь, начал искать какой-то тяжелый вообще вариант. Других хозяев, кроме голкипера, здесь по эпизоду не предвидится. Ну,
И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворота пробить. Думаю, ну давай! Ух ты, это что? Нихуя себе. Да нормально. Мяч отобран в середине поля. Продолжают атаку этим пасом. Удар! Ну. Блять. Хорош. Да, блять, ты видел, что было, блядь, чё, пока нормально. Принял. Нормально, все. Там прием. Отдал бегу. Хорошо. А прием кончен, еще и дождь. Передача по флангу. Сука, не дает пройти мне. Тут сразу, я думаю, надо было. А? Тут сразу, наверное, надо было. А я боялся, что он не прострелит, как всегда, и мяч уйдет. Подожди. А ну давай я сейчас набегу на дальний. Блядь, слабо нажал. Пардон. Костя, если я подаю не, свой, не со своего фланга, ты пока прикрывай мой, пока я вернусь. Попробуй. И. Как-то он странно пошел, я во фланг все. Бежал, блядь, вот. Да куда еба? Охуеть. Не было. Жесть просто. Пиздец. Слишком мало там. Не надо, блять, эти забросы сдалека. Блять, вот что за хуйня, блять? Такую атакую, блять, одна атака, блять, его получил. Защиты нет у нас. Два. Один защитник. Из этого пиндоса. Сейчас мы увидим, как команды реализуют то новое, что услышали в раздевалке за время перерыва. Ну куда он отдает, баран? Ну, что за... Вот из такого вот и получаем, блядь. Стоит открытый, направил в ногу, все отдаю. Перспективная была передача, однако защитник ее прервал. Боты проманить его. Покидает мяч в пределы поля, угловой удар. На дальнюю встаньте. Пиздец. Что? Бот, если да. Еще бот не мешал, он сам да. Голову не умеет врать и мне мешает. Ближний набегает. Отбивает мяч голкипер. Что, Валь? Я уже встал. Да. О,
Куда? Кто-то вынос нажал? Ну, бля, ну ты ж... Трифт 4. Перехвачен мяч. Можно отдохнуть. Мяч, даже не пытался бежать. Хороший был момент, согласен. Если бы не офсайд, то и гол мог случиться. Бля, типа. Охуеть! Спасит там. Я уже подбежал специально, потому что. Бля, ну что за бот? Вещь. Нажимаю вынести. Ловушку. Сыграть. Руку протянул. Отводит опасность. По крайней мере, территориально выиграл борьбу на втором этаже. Разыграйте. Так подожди, даже ж прибежать сначала туда. Разыграй. Не, вот Андрюха классно вписывается. Классно вышел. Даже разыграть, чтобы это ему нужно назад отдать. Ну правильно, отдал бы. Ну да. А сам побежал бы открывать. Топов поддал бы. Спасает свою команду в очень опасной назад ситуации. Этот перехват награда за его старание. Куда? Ну что за хрень? Тоби отдаю мне. Хорош. Жесть. Легенько нажал, блин. Ну как захерачил в ванне, блин. Добро, что в ванне там был. Этот мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз, и еще, и еще. Какой у вас счет? 1-1. А минута? 67. Нормально. 3-4 пришел. Административное нарушение или уголовное? Или... Меня так закрутило там. Хорош? Да, нехорош. Один подбирает, другой забирает. Ну это нормально. У нас как обычно. Все хотят, ну. Классический вариант развития атаки. Ну, блять, ну это дебило, блин. Два дебила стоит, блин. Что за сделать? Смотри. Я с ближним играл. Ну там будет и два. А что один? Нифига нет. Да дай! Здесь во фланг, да, времени полно. Посмотри, посмотри в центр. Учился рикошет и, естественно, вполне что мяч вал. Мяч за пределами поля, угловой. Пробег. Да что ты делаешь? Да я ложь не делаю. На ходу? Я отпустился, нажал. Почему? Рабон вообще сделал. А потому что он редко делает замах. Сходу. Простите, простите, потому что сейчас опять ближний рит отдаст. Но вы знаете, чтобы решиться намертво его забирать, нужно было быть смелым. Шубот уже в ворот. Да нет, вроде. Объяси. Только не торопись, не торопись, времени полно. Ух ты. Нет, я с разворота ну, ничего бы не сделал. Не ударил. Я боржа. Досадно себя любимый.
Да ну что? Удастся ли отыграться? Один лишь мяч разницы, но играть 5 минут всего. Да ну проверите уже кто-нибудь. Надо было бить тебя, Тоба. Атака флангом. А соперник тоже его читает, да? Прочитал эту передачу на фланге. Надо сейчас каждый момент побудь реализовать. На фланг, собственно говоря, мяч с фланга никуда и не уходил. Видел момент навеса, вратарь все рассчитал. Лево. Блять, уже. Пиздец. Вот это вот полный кретинизм. Ненормально, ни на скорости, ничего, блядь, без ускорения просто. Давайте в штрафную. Вступают игроки в борьбу за мяч довольно жестко. Это конечно. Два борта дебила. Конечно. Блять, меня вообще туда не магнит. Я сюда пошел. Боря хочет все-таки желтую получить. Да нахуй. Два обреза, два гола. Первый обрез, второй там... Ну, вот. Второй тоже обрез, можно сказать. Один у другого выбил мяч. Второй гол. Ой, я знаю, кто сегодня будет лучше по отборам в этом туре. Боря. Юра. 0 из 8. Отборы? Да. А, да, нормально. Зайдись аутсайдером слева. Ну, это в нашем стиле. В нашем стиле. А что, не так? Так всегда было. В нашем стиле слева.